5 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении зоура Рауфоглу Микаилова председателем открытого акционерного общества «Мелиорация водных хозяйств Азербайджана». Как передает канал 13 со ссылкой на пресс-службу главы государства, Ильхам Алиев принял в видеоформате зоура Микаилова в связи с его назначением на должность председателя. Зоур Микаилов окончил факультет управления бизнесом Босфорского университета. В 2001-2009 годах работал главным коммерческим администратором в Баксель. Позже Микаилов был назначен на высокий пост в строительной компании «Паша Констракшн» и генеральным директором «Порт Баку Тауэрс». Затем возглавил общество с ограниченной ответственностью «Агрудайре», входящее в структуру «Паша Холдинг». С ноября 2018 по январь 2021 года Заур Микаилов занимал должность исполнительного директора сети супермаркетов «Браво».